Вот как это происходит, браток, надо убегать. Ты бежал, еле бежал, делал через шаг. Ситуация заставила бежать тебя так. По болоту обливать сотнями соседей. Не жалеете кроссовок, который ты вчера купил. 100-метровый вымок, судьбы убили. Даже олимпийский комитет тебе не поверит. Это кета, до сих пор модели Жигули. Соседи во подъезда, а вагона все просто. Уже они на протяжении одной недели. Вели на обвинение за всем движением. Красная семерка, тонировки темной. Вот из кабелока капитанские погоны. Фраза молодой человек. Полиции, что-то случилось, и ты убегаешь? Беги, потому что они перекроют все. Нельзя останавливаться, надо бежать. Понял, трое только там из этой пушки везут. Ну, трое, один из этого. Бег, новое дело шире шаг ноги. Бег, стражам законно вопреки. Бег, маминые нервы побереги. Бег, давай беги. Ты бежал по дворам, на дворе вечерело, на посте мусора, а на небе мусора. Стоянка, бортировка, шин и заправка, ломбард, потом магазина, рядом бильярд, йоу. На Олеге зацепи, детки, считай, все по боку, беседки, ты петляешь из кусетка. Давай, паренек, беги от уродов, через огороды, беги поперек. Трешь новые найки, а капустные грядки, тут чувствуешь, что будут милицейские овчарки. Вот и парни, вот и патрули, ВПС, забили на пути, где они нашли улик. Ты бежал, чтобы все слить через подъезд, где же почтовый, номер 26. И вот ты полиция от удара в дубинки. Перелом ключицы, а на лице улыбка. Нормально сделал. Эй, копы, я все равно смоюсь. Пока. Все равно смоюсь. Пока.